Девчонки, всем огромный привет! Я начинаю новый влог. Сегодня 3 октября, на самом деле уже 10 вечера, и я сейчас буду делать ужин. Ну, да, не спрашивайте, почему так поздно, но я все время плюс-минус в такое время буду делать ужин. И на ужин я хочу отварить рис в качестве гарнира и хочу потушить куриную печень. Первый раз это буду делать. У меня вообще, конечно, интересно получается. Я никогда не готовила. Я никогда не хотела готовить. Пока что мне очень нравится весь этот процесс. Сегодня была дома, забирала вещи, добрала еще косметики. Сейчас вам покажу. Здесь на полу одиноко стоит наш шкаф, который завтра должны, по идее, ванну повесить. И потом я вам уже покажу его. Ну, в принципе, я уже довольна и надеюсь, что все будет хорошо. Здесь угол позора. Это все, что нужно вынести из квартиры, кроме вот этой печки. Хотя батареи нормально топят, и я думаю, что они не пригодятся. Кстати, девочки, как мне вот эти тапочки нравятся. Они такие удобные на Wildberries, то, что я брала. И вот что касается, я на домашнем, то, что касается косметики. В общем, сегодня я перевезла свой Project Pen, все это поместила вот в этот контейнер. И кое-что у меня еще вот здесь вот в выдвижном ящичке. Я буду думать, как здесь организовать все, потому что, кстати, переделала ноготь, который в прошлом влоге у меня фигурировал, как такой облезший. Я пока не решила, как, что я здесь организую, потому что, ну, точно вот этот шкаф у меня будет под косметику. И я думаю, то ли коробочки поставить, то ли заказать на Wildberries вот такие перегородки, в принципе, мне тоже идея нравится. Не знаю, для волос еще здесь лежат расчески, но они не будут, я просто не привезла еще. У меня, если вы помните, такой передвижной на колесиках, как у парикмахера, вот такая тележка. Парфюмов несколько привезла, помните, вот этот и вот этот, кстати, Dior оказался левак, я об этом уже говорила, и вот это мне дарили, но не совсем мой запах, я в итоге, ну, никто не берет, я их выставила себе, не знаю, буду пользоваться или нет, ну, и вот три, которыми я пользуюсь, Lanvin, Lacoste и там Gucci. Кисти у меня пока только частично здесь привезены. Косметика тоже частично. Зеркало свое сегодня я привезла. Babyliss мое любимое. И что еще появилось новенького? Я уже не помню даже. Что-то я вам еще хотела показать. Сейчас вечер, кровать не заправлена. Ну, вернее, она заправлена относительно. Поставили тоже вот на полочке телевизор уже. Там всякие какие-то колонки. В общем, это уже у меня Саша делал, не знаю, что и как. Вот пока мы только не взяли утюг. И за счет этого, конечно, наши шторы страдают, потому что отпаривателя у меня дома нет, он у меня сломался. А без утюга, ну, как бы вот так вот подняли пока просто шторы, ну, чтобы просто от света закрывать. И нужно будет их потом нормально повесить. Я их сама в ночи вешала и криво-косо. Ну, в общем, их снимать, наверное, придется, чтобы потом погладить. Кстати, отжала два крема, как раз у Саши тоже. Вот этот интенсивный дневной крем, он не пользуется, он новый вообще, а мне от этой фирмы очень нравилось, от Faberlic, вот эта серия про эликсир очень нравилась, а это вообще дарила ему я, у него сухая кожа, он чуть попользовался и перестал, я говорю, все, отдай мне, в общем, взяла себе, я прям не верю, что завтра, дай бог, здесь будет висеть шкафчик, и, соответственно, я вот это все в шкафчик попрячу, и потом вот вместо вот этой штуки я нашла очень прикольные такие тоже штучки, но это попозже потом закажем и уже будем тоже ставить. Еще вопрос с вытяжкой. Не знаем, как быть. Ну, во-первых, нам вот там, вот видите, немножечко порвали обои. Я привезла вот эту картину. Ну, это не картина, но, в общем, мне очень просто нравится эта надпись. Мне дарили. И без вытяжки все-таки готовить, я поняла, тяжко. Не знаю. А подключить ее не получится. Нужно было тогда нам ниже вешать шкафы, чтобы они на вот этот фартук заходили. В общем, либо не будет открываться одна дверка, но тоже не вариант. Короче, пока все под вопросом, но без вытяжки, так как я усердно готовлю, как-то тяжеловато.
Ну, вот здесь у меня сейчас вот я печень уже промыла, уже сейчас вот буду включать печку лучок, сначала потушу, потом добавлю морковочку и потом уже в последнюю очередь печень. Под следствие вели, у меня процесс идет, рис варится, печеночка у меня тушится. Накрошила уже тоже салатик, потом заправлю сметанкой, огурчики, помидорчики, будет вкусный ужин. У меня нет еще крышки под эту именно сковородку, но в общем, печеночка готова. Ах, как она пахнет вкусно, я в самом конце поперчила и посолила. У меня уже утро следующего дня, я буду делать завтрак, хочу сделать сырники, расскажу вам, как я их буду делать. Я взяла 2 яйца. Сейчас я сюда добавлю, слушайте, неудобно так пока мне снимать, если честно, одной рукой, надо придумать, как поставить камеру и так далее. Ладно, манка у меня здесь, нужно добавить сюда 2 столовые ложки манки, но у меня будет примерно на 12-14, наверное, сырников, где-то вот так вот. Также сюда без горки я добавляю 2 ложечки сахара столовые, ну, чуть больше, наверное, вот так где-то надо, и беру щепотку буквально соли. Я это все сейчас размешаю и оставлю где-то 10 минут настояться до того, как добавлю творог. Минут прошло, я уже сюда 2 пачки творога добавила, и сейчас все это хорошо разомну, смешаю и подожду еще 5 минут. Параллельно сейчас я подготовлю себе муку и разогрею сковороду. Сейчас я вам покажу все. Все до однородной массы смешала, 5 минут это настоится. Так, сейчас сковородку я налью немножко масла растительного и подогрею ее. Масло я налила, чтобы буквально дно покрывалось. Сейчас я поставила на всю, чтобы она разогревалась, а потом я уменьшу на средний огонь, когда разогреется. Буду, уже не смогу, наверное, это снимать, обваляю, сформирую шарик. И потом уже муку буквально чуть я взяла на всю вот эту массу столовую ложку. Я думаю, больше не понадобится. Я делаю по маминому рецепту. Она не добавляет муку именно в сами сырники. У нее они очень нежные, очень вкусные. Вот, поэтому она говорит просто буквально, чтобы у тебя они немножко как присыпаны были. То есть не здесь прям валяй, а руки свои в муку окунай и шарики вот эти формируй. Ну, попробую сейчас, не знаю, что из этого выйдет. Понимаете, у меня 5 штучек получились более-менее. Ну, честно, мне для первого раза было сложновато. В общем, эти я оставила к приходу Сашиного папы. Он сегодня к нам должен зайти. Я говорю, так, эти не трогайте, сейчас покажу вам. А другие у меня просто, вот они все разных размеров, первые у меня вообще разваливались, ну, короче, ну, блин, все с опытом придет, мне интересно с вами делиться, и, может быть, потом со временем когда-нибудь я сама посмотрю, когда у меня уже будет все нормально получаться с первого раза, улыбнусь. Ну что, девчонки, моему счастью нет предела, потому что шкафчик, ура-ура, привезли шкафчик, я освободила полностью раковину, то есть теперь вот на ней ничего у меня не стоит, так что вообще отлично, раковина свободна, переставила на, оставили вот эти штучки пока мы, где под мыльницу и вот под зубные щетки, ну, в общем, я потом это хочу заменить, тут просто у меня стоит то, что мне именно для умывания нужно, что-то в миниатюрке, что я просто переливала, потом привезу полноразмерки, ну, и солнцезащита у меня должна быть на виду, вот из фикс-прайса вот эти стаканчики, которые я взяла, такое зеркало, шкаф-зеркало, просто открывается вот так, оно без подсветки, но нам подсветка и не нужна. Единственное, должно было быть 3 полочки, но их почему-то 2. Ну, как бы это уже, ладно, решили оставить. Вот здесь вот я так наверх положила, ну, как вы понимаете, Сашины здесь 2 штучки, остальное все мое. Может быть, потом папу попрошу 3-ю полочку приделать еще, либо вот здесь вот,
Либо выше, хотя здесь, по сути, даже 4 можно. Ну, посмотрим, в общем-то. Пока мне вот прям нравится, все устраивает, я Я довольна. решила, чтобы поздно не ужинать, сейчас 6 вечера. Вчера делала то, что печеночку, рис, а огурцов много себе, наконец-таки соленые огурцы. Можно со спокойной душой кушать. Холодрыга, в общем, сейчас я буду ужинать. И меня ждет дружок компьютер работать. Слушайте, вот это у нас погодка. Просто какой-то ужас. Ну, такая весна. Я не по... Ой, весна, осень. Такой осени, честно говоря, я прям давно не припомню. Ну, потому что и холодно, и дождливо, и как-то все это неожиданно так рано прям, ну, на самом деле началось. Я не вижу сейчас, видео отображается или нет, просто как много у меня сумок. Это нескончаемо, это просто нескончаемо. Я сегодня, ну, вернее, вчера, сегодня что, я уже не помню. А, шестое, я же на суд сейчас еду. Шестое, среда. Я вчера приехала, у нас в Пятигорске отключали воду. Ну и мы решили то, что смысл находиться на квартире. Если как бы у нас по нашим родительским домам есть вода, решили остаться. Думаю, ну, заодно поеду к родителям. Ну, что вы думаете? Уже вечером на самом деле хотелось обратно, и я такая думаю, блин, что-то мы пообщались, попереписывались. Я говорю, ну настолько как-то уже все привычно, не хочется. Помните, я вам рассказывала, что я буду ездить на выходные, ла-ла-ла и все тому подобное. Не хочется. Я собрала вещи, ну вернее, я собрала почти весь свой уход. Всю свою косметику оставила только вот буквально сегодня, чтобы собраться, и то поняла, что у меня геля для бровей здесь нет. То есть я... все понятно. Что-то полетело, блин, надо нормально разложить. И думаю, короче, надо потихонечку все собирать и полностью со своими манатками, как говорится, переезжать. Не хочется мне ездить туда-сюда, я буду приезжать просто раз в неделю, чтобы мама не напрягалась убирать дома, и все. Ну, скорее всего, будет так. Сейчас я еду на суд. Вчера, честно говоря, я как-то и отдохнула, я что-то все равно вроде бы как бы уже и успела отдохнуть, потому что такой месяц, сентябрь, вот правда был напряженный, было очень много работы, учеба, ну я вам все это уже рассказывала, в принципе, плюс вот это там ремонт, покупки, постоянно так, что надо купить, да, понятно, мы еще все не докупили, по мелочам и не только, еще много чего надо, нам и домофон нужно установить, и, ну, звонок, наверное, не будем устанавливать. Еще мы до сих пор не выбрали, что-то все никак не можем определиться. Утюг, доску гладильную, куча всего еще и для кухни нужно. Ну, короче, на самом деле много чего еще нужно. Понятно, что и финансово невозможно это все вот так вот вынь и положь сделать, да. Но как бы, тем не менее, потихонечку все это уже докупим и будет нам, я думаю, комфортно. Я соскучилась уже за домом. Ну, то есть для меня уже, знаете, правда, это может быть странно звучит, но такое весомое распределение, родительский дом уже и вот наше гнездышко, не знаю. Вот, я уже все для маникюра забрала. Ну, короче, я вот, мне осталось забрать тележку для волос, где у меня фен стоит, где у меня все-все для волос, я хочу спрятать в шкаф, потом была бы она белая, я бы ее оставила прям в комнате, или хотя бы серебряная, она черная, я не хочу, чтобы она как-то в комнате или в ванной стояла, я стараюсь все поубирать с таких видных мест, мне не нравится, когда все как-то завалено, знаете, мне проще это все по шкафчикам как-то рассортировать, вот, еще сортировка, я тоже не определилась, мне надо корзины какие-то фикси купить, еще докупить, блин, вешалок, я кое-что из вещей еще тоже взяла, короче, вот так вот. Сейчас в Лермонтове суд. Уже побуду на суде я. И потом заеду в магазин продуктовый. Кое-что мне надо докупить. Не знаю, что сегодня я на ужин буду делать, пока точно еще не решила. И, короче, похожу по магазину, посмотрю. И поеду уже домой. Вот это все надо вытаскивать, потому что... Ну, конечно, я могла бы дождаться Саши, чтобы он все вытащил, но, блин, мне не терпится все разложить, все как-то уже там тоже подобустроить еще больше, поэтому, наверное, не знаю, во сколько приходов, подходов, вернее, я это все занесу, потому что домой я это, из дома, вернее, я это вытаскивала, сколько я раз,
5, наверное, ходила. У меня все внизу, у меня в багажнике здесь. Ну, короче, все завалено. В общем, такие вот дела. Сейчас, наверное, возьму зонтик, специально заправила в куртку волосы, потому что морось жуткая. Пока я зайду, блин, в суд, я уже буду выглядеть непонятно как. Вот, и, блин, штанги в коридоре у нас нет, и в коридоре, в шкафу, и в коридоре еще не повесили вот эту вешалку, и как бы я хочу обувницу уже вытащить, потом я хочу ее заменить, такая, знаете, пластмассовая, она была здесь на квартире, пластмассовая обувница, я хочу ее на этажерку потом заменить, чтобы туда чисто домашние тапочки класть, и можно было сидеть обуваться, а в шкафу есть место для обуви, и хочу потом какую-то удобную сортировку придумать, ну, короче... Очень много разных идей, как что организовать пространство. Буду все также вам это показывать. Я думаю, это все до Нового года как минимум еще будет длиться. Все вот эти вот мысли, рассуждения, как что сделать. Так что будем посмотреть, как говорится. Так, я сейчас подумаю, где мне встать, потому что около суда, насколько мне известно, становиться нельзя. Но здесь вот места нет. Нет. Ага, вот место есть. Здесь вот вроде бы интересно, где я встала. Но здесь вроде можно остановиться. Но будем так надеяться. Честно, в Лермонтовском суде я была, чтобы вам не соврать, когда я еще подрабатывала юристом в году, наверное, 13-14, и то это было дело у нас с водоканалом, это городской суд с водоканалом, именно по, ну вот дома у нас там начислили воду, короче, я в итоге в суд подавала, я уже даже не помню, что там, как там, ну вот, вот он суд. Ладно, буду стоять ждать наставника, я приехала, блин, на 20 минут раньше, все как всегда, сейчас сзади все разложу нормально. И потом, короче говоря, я уже поеду. Так, что это за знак? Под каким знаком? Вон знак для инвалидов. Я туда не встала. Я так внимательно стараюсь смотреть на все знаки. Для меня всегда страшный сон. Знаете, это если, не дай бог, вдруг эвакуатор. Блин, у меня у стольких знакомых забирал эвакуатор. Ладно, на этом я буду заканчивать влог. И уже дома, наверное, буду начинать новый вложик с готовкой, со всеми делами. Я, конечно, я не знаю, я расстраиваюсь, да, я вижу небольшое количество просмотров, отсутствие комментариев. Мне очень-очень хочется обратной связи. Но, знаете, у меня все равно не опускаются, скажем так, руки это все снимать. Вот у меня сейчас проблематично еще компьютер-то дома, ну, у родителей. И еще нужно брать компьютерный столик, потому что мой этот больше по размерам, можно его резать, там переделывать, его сам мне папа делал, чтобы он встал, куда я хочу, в угол, в наш угол позора, который я называю, где надо очистить, там будет компьютер потом стоять, но мы еще хотим что-то с жалюзями решить, потому что они пропускают свет, а у нас получается, что идет улица центральная, и там всегда день, ну то есть ночью всегда горит свет и все равно пропускает, как бы, ну не очень хорошо, и я думаю, может быть, для большего уюта я сначала хотела эту арку закрыть шторами, а сейчас я думаю, что лучше, наверное, будет убрать, вернее, даже оставить, может быть, жалюзи, может быть, убрать и плотные, и потом шторы хорошие взять. Вот эти на Wildberries комнату я брала дешевые, туда, наверное, нужно будет что-то вообще другого плана. Ну, короче, посмотрим, куча идей. Вот, и поэтому монтировать я попробую сегодня на ноутбуке, но не знаю, получится ли у меня все как положено. В общем, все, я заканчиваю влог. Спасибо, что были со мной. До новых видео. Пока-пока.